Где эта коробка, как она открывается? Ого. Не говорю, ого, сока, говорю. Расческа. Расческа. Я снимаю распаковку на видео. Хорошо? Просто я делала так снять на распаковку. Главное, расческа крутой фирмы. Я откуда знаю, что... Ой, боже мой. Откуда не знаю, что мой любимый цвет такой золотой. Мне нравятся такие цвета. Я снимаю просто на видео. Распаковку. Я еще показываю эту расческу, помнишь? Тебе. Я же тебе эту расческу показывала на промо-юа. А три дорога стоит, а тут попалась в коробке. Так а она не раскладывается? Вот это вот раскрылась? Вот так и расчесывается. Это удобно зато в дорогу. Мини-расчесочка. Не получается, мне ее закрыть надо. Ладно, потом закрою. Это что? Банан, это крем. Крем, точно? Угу. Пахнет. Банановый крем. А это... запах какой, банановый? Конечно, это ж для рук. Mm. Я же знаю его всякие штучки. Даже я смотрела видео с этими распаковками. Ну, у кого-то попался уже этот крем. Угу. Поэтому я знаю, и расческа попадается других цветов. Закрыть. Давай я закрою. Это аккуратно, я снимаю на видео просто. Попробуй, а то мне не получается. Я достану дальше. А это что? Ну, закручивается. Вот я закрутила. А, это на телефон. Что? На телефон, это магнитик на телефон. Угу. Смотри, как она крепляется на телефон. Угу. Это... Не знаю, как правильно называется. Она так смысл нажать, я не запомню. Чтобы удобно было держать телефон. В руках. Маска для сна. Да, это очень нужная тебе вещь. Прикол. Лучше бы веб-камеру положили. Так, подожди.